Куба. Это надо подумать. Так, подумаем. Сидите ли вы на дорожку перед поездкой? Да. Кстати, зачем? Не знаю. Вот всегда говорят, что надо присесть на дорожку. Я вам объясню. Мне все время приходится объяснять. Это для того, чтобы бесов обмануть. Потому что ангелы, они слышат мысли, а бесы, они слышат слова и действия. Поэтому, когда вы присаживаетесь, бесы думают, что вы остаетесь в Лос-Анджелесе и расслабляются. А вы раз так быстро и в Москву. И смотал. В Москву, да, последний. Все, я поняла. Нет, вы знаете, на мне крест висит, поэтому никакие бесы мне не страшны. Опять нападу. Так, голубая. Снова наподумать. Еще одну голубую. Давайте. Вы втайне считаете маленьких детей некрасивыми? Почему втайне? Есть красивые дети, а есть некрасивые дети. Первый раз от женщины слышу такой вопрос. Социально одобряемым считается посюсюкать, сказать, что ой-ой, все дети красивые. Нет, я тут тоже считаю, что нет, дети есть некрасивые. Нет, бывает реально, вот когда ребенок рождается, ну как мы... Есть вот прям, правда, бывает, что вот прям видно, что красивый ребенок. Mm-hmm. А бывает не очень, а потом, когда взрослеет, становится красивым. Mm-hmm. Ну вообще они все такие сморщенные, такие маленькие. Пусть у вас, нет, будут, пусть у вас будут красивые. Да это не важно, главное, чтобы здоровыми и счастливыми были. Раз в красоте дело. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.